Елена Вещтомова, 1942 год. Дети, все это называется блокада. И детский плач в разломанном гнезде. Детей не надо в городе, не надо, ведь Родина согреет их везде. Детей не надо в городе военном. Боец не должен сберегать паёк. Нести домой не смеет неизменно его преследовать ребячий голосок. И в свисте пуль, и в завывании бомбы нельзя нам слышать детских ножек бег. Бомбоубежищ, катакомбы не детям запоминать навек. Они вернутся в дом. Их страх не нужен. Мы сбережем, мы защитим их дом. Мать будет матерью, муж вернется мужем. И дети будут здесь, но не сейчас, потом.